Кинфолк трудно назвать журналом. Это что-то вроде книги эссе о простом и понятном, близком каждому. Коллективный дневник с невероятно прекрасным слогом, чудесными историями, атмосферными фотографиями. Качество печати, превосходная верстка, никакой рекламы и содержание. Слова, к которым хочется вернуться и перечитать еще раз. Матрешка для нас как дом, а дома хочется видеть все самое дорогое сердце.